Серпухове прошел рейд по выявлению таксистов, работающих без лицензии. Участие в нем приняли сотрудники госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции, инспекторы управления регионального административно-транспортного контроля. На этот раз местом проведения рейда стал двор на улице Физкультурный, дом 25. Автоинспекторы остановили две машины. Нарушители предсказуемо свою вину не признали. Если водитель работает без лицензии, то под вопросом не только техническое состояние машины, но и безопасность поездки. Чтобы помешать работе нелегалов, правоохранители выходят в подобные рейды. Сумма штрафа 3000 рублей. Возможно также задержание транспортного средства.